острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Из профессий для людей с этим именем подойдет продавец-консультант, маркетолог, журналист, риэлтор и другие рабочие места, где требуется коммуникабельность и отзывчивость. Тесная взаимосвязь этого имени к другому однородному имени приводит к тому, что родившиеся под этими именами люди также испытывают взаимные симпатии. Владельцы этого имени честолюбивы, активны, редко удовлетворены своим подчиненным положением, стремятся к власти и влиянию. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняют поиск своего жизненного предназначения. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Свет, краски, музыка и все, что излучает красоту, является для владельца этого имени источником глубоких. Ярко-розовый или лиловый цвет благоприятны для людей с этим именем, но в меньшей степени, чем розовато-лиловый, фиолетовый или пурпурный. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Звук «Л» говорит о сильно развитых родственных чувствах. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Люди с этим именем стараются жить активно, а поскольку достигают успеха более легко и быстро, чем другие, случается, что они становятся поверхностными и эгоистичными и заботятся только об удовлетворении своих капризов. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.